Сегодня в Карачаево-Черкесии нашли тело пропавшего туриста из Чувашии. Его обнаружили у подножия горы. Предположительно, мужчина упал и разбился. Напомню, что поиски в Домбае начались 3 сентября и продолжались в течение 3 дней. 6 сентября из-за сильного снегопада в горах работы были приостановлены. 10-15 спасателей снова вышли в горы. Турист должен был пройти по маршруту Донбай-Джамаат с 24 по 31 августа. Однако после завершения похода в назначенное время турист не отметился у спасателей.